К Андрюшке вчера приходил пацан, рассказывал, сколько с Мариуполя привезли. Помнишь, к нему ходил ВДВшник Петя? Вот они на линейке были, он в дивизию перевелся туда наверх. 10 КАМАЗов 2 недели назад привезли, груз 200 с Мариуполя, полные. Там дохуя, да. Дохуя. Очень дохуя. Говорит, вообще, один дивизион, блядь, лейтенанта недавно убило вашего какого-то. Полка, я не знаю, какого. Говорит, дивизион просто, они еще живы, потому что вы там типа это, в обеспечении работаете. Танки, блядь, как розочки, просто как розочки, все разорванные, блядь, наши. Перевозили его недавно.